Все это вранье, не верьте. Продолжайте смотреть проект, если он кому интересен. Вот. А насчет Татьяны Владимировны, она в любом случае свое получит. Вот. 90-е годы как бы прошли, да, но там немного полегче было с этими делами. Вот. А так все официально, все законно. Она то, что заслужила, она все свое получит. Потому что я считаю, что на человека лить грязь, ладно, когда вы вдвоем стоите, ругаетесь, говорите все, что угодно. А когда на всеобщее обозрение на российском канале, да, на НТВ, да, по-моему, да. На НТВ это все было. Вот. Поэтому я считаю, что это человек не дружит с головой на самом деле. Вот. Ну, Ебаров тоже пишет, сказал. Ебаров, я ему звонил. Я считаю, что Ебаров это, как вам сказать, ну я считаю, что он чмо. Потому что мужчина, если, ну как бы мужчина должен отвечать за свои действия, отвечать за свои поступки. Вот я делаю сейчас это, да, я отвечаю за свои действия, я отвечаю за свои поступки, которые совершил 4 года назад. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот, понимаете, а Ебаров, он, ему на НТВ заплатили денег, 30 тысяч рублей, вот, и я уверен, что, я не знаю, там, большинство людей за эти деньги скажут все, что угодно, вот и все, это всего, это телевидение, ребят, кто не был на телевидении, тот не может это понять, а мы все понимаем, что и как, поэтому, как бы, такие дела, да, Ирина Александровна? Да, ребят, ну вот, как бы сегодня будет перископ короткий, потому что все, что хотели, мы сказали.